В центре Киева полиция задержала 15 человек, участвовавших в двух манифестациях. По призыву журналиста и политика Анатолия Шария, несколько сотен его сторонников пришли на акцию протеста к офису президента Владимира Зеленского. Оттуда участники перешли к дому, где живет глава государства. С лозунгом «Не мой президент» митингующие обвиняли его в политике соглашательства с правыми радикалами и требовали остановить нападение на журналистов. Мы пытаемся показать, собственно, своими действиями, своими слоганами Зеленскому то, что ему нужно говорить и с нами тоже, не только с меньшинством националистов, но и с людьми, которые голосовали за него. Одновременно представители ультраправой партии «Национальный корпус» решили провести контрманифестацию. Они, среди прочего, обвиняют живущего в Западной Европе Шария в пророссийской позиции. Шарийцы вообще не настоящие. Онлайн-партия, которая просто манипулирует сознанием людей. Это во-первых. А во-вторых, она открыто антиукраинская. Она антагонист всего украинского. Явно пророссийская сила. Полиции удалось не допустить серьезных столкновений. Стражи порядка, по словам очевидцев, быстро прекращали вспыхивающие потасовки и перепалки.